Всем привет! Подготовка к отправке дискусов больших вот таких. Два самца у нас, которые не могли найти пару. Значит, недавно с нами связался наш подписчик из Москвы. И у него, в общем, самки, а самцов нету. Ну вот, клиент выбрал двух самцов. Мы ему видео скинули, фотографии показали. Значит, чекерборд к нему отправится. Тело, наверное... С хвостом вместе будет сантиметров 17, наверное. Но при упаковке рыбы покажу вам его настоящий размер. Значит, хоть у нас и есть рабочие самки, пиджины, но он перед ними потрясся, почистил конус, но они не отвечали ему взаимностью. Поэтому он у нас пару не нашел. Данного чекерборда мы покупали еще мальком в размере 6 сантиметров из Ростова. Значит, выкормили на фаршем. На фарше вот такого вот красавчика. И вот такой вот у нас коричневый дискус есть, самец тоже. Покупали мы его мальком в размере 3-4 сантиметров в Москве. Ему 1,5 года. Чекерборду 2 года, а коричневому дискусу 1,5 года. Тоже пару не нашел. Пытался подсаживать ему двух самочек, Калинкер и Санмера, но... Он перед ними первое время танцевал, чистил конус, но потом они не отвечали ему взаимностью, и он просто их подтыркивал. И, в общем, он тоже пару не смог найти. Поэтому вот сейчас я их отсадил в 80-литровый аквариум, сделал им фильтрацию, аэрацию. И вот на 2 суток, наверное, буду отсаживать на диету. Значит, рыбки крупные надо делать диету такую подольше. Если малькам хватает суток, то взрослым рыбам от 15 и выше сантиметров надо 2-2,5 дня делать диету. Вот, значит, отсадила их. Чем раньше, тем лучше. Планируем рыбку отправить. Что ж, увидимся, когда мы будем ее запаковывать. Вот подготовленная к отправке рыбка. В транквиле уже полчаса лежит, чтобы не дергалась, не попробивала пакеты. Так, сейчас померяем ее. Чекерборда достаем. Вот рыбка готова к отправке. Размер у нее 12,5-13, тело без хвоста. Ну, это с моей стороны. Так, давай доставай. Вот вторая рыбка. Прошла курс этого транквила. Какой тут размер у нее? 12. Тело без хвоста. 12, тело без хвоста. Коричневый дискус, дикая форма. Сейчас будем его запаковывать в пакетик. Значит, собственно, такая у нас получилась посылочка. Упаковали мы рыбку в двойные пакеты 30 сантиметров шириной получились. Обклеили его специальным таким материалом, чтобы рыба не нагревалась. И пакеты, первый пакет мы обклеили вот таким фольгированным скотчем, чтобы рыба не пробила шипами пакеты. Все. Удачной отправки нашей рыбе. Доставки до нового хозяина.